Дилан Томас. Среди погибших при авианалете был столетний старик. Утро встало, разворошенное бесконечной войной. Он оделся, ступил за порог, дом покинув и жизнь. Двери, сорвав с петель, разметало взрывной волной. Он упал, где любил, на холодные камни. Чужих, отпевавших его на раздробленной мостовой, попросили сказать его переулку, что он отменил закат. Кратеры глаз его заросли весенней травой, когда ни на одной из дверей в округе не осталось замка. На его седовласом сердце больше не будет верик. В темноте райская скорая мчится к нему, и ничем этот рассвет последний не заменить, и не нужно гадать. Просто не дайте пропасть ему в бричке, заваленной грудой тел. Крылья утра последнего — это его года. И сотни аистов вьют гнезда на солнце правом плече.